Потеря близкого человека, ну, это, конечно же, это тяжело, очень тяжело. Вот, там, скажем, у меня умерла мама. Там, я не думал, что это так рано произойдет. Вот, но дело в том, что моя работа не позволяет мне так, скажем, не то что расслабиться, а уйти там в себя, то есть сильно очень все так переживать, уйти в свои эмоции. Поэтому хочешь, не хочешь, зритель он не виноват, и приходится выходить на сцену и делать вид, что как бы у тебя все в порядке, что люди не виноваты. Вот. И с другой стороны, наверное, может быть, стал немножко черствый, и принимаю это как, это все равно, все мы когда-то умираем, только никто не знает, когда. Вот. Это не угадаешь, поэтому, наверное, я уже просто готов там, к некоторым потерям.